Всем привет, меня зовут Инна. Сегодня мы будем готовить на моем канале очень простой, я бы сказала, такой эконом-вариант, очень бюджетный торт. Этот торт пришел мне в голову просто как-то сам по себе. Я когда-то где-то его читала или видела, я уже не помню. И пока лето, пока вот клубничка, хочется ее куда-то использовать. Поэтому вот приготовила такой тортик просто из батона. Просто, как говорится, каша из топора. Так как я готовила его впервые, я для себя кое-какие ошибки пометила, но о них я вам, естественно, скажу. Обычный батон я беру и отрезаю вот эти вот корочки. Но батон нужно брать очень-очень мягкий, воздушный, легкий, вот такой прям супер мягкий, как вата батон молочный. Тогда действительно будет чувствоваться, как будто бисквит. У меня был не первый свежести батон, но вкус от этого не хуже стал. Для крема я использовала две банки больших сметаны и одну сгущенного молока. Опять же, по сметане у меня была 18% жирности, и этого оказалось маловато. Видите, тесто немножко жидкое, оно должно быть прям кремовое, поэтому сметану берите погуще. Клубничку я нарезаю мелко, здесь все стандартно, ее тоже нужно не жалеть, брать побольше, грамм 700. Ее нужно нарезать мелко, мы ею будем прослаивать тортик. Начинаем собирать наш торт, его я буду собирать в разъемном кольце. На дно немножко я наливаю крема, чтобы пропитались коржи и сверху, и снизу. И знаете, не пугайтесь, пожалуйста, то, что это батон. На самом деле, если бы крем был немножко погуще, и если бы я постаралась и получше обрезала бы эти корки, да, которые не выдавали бы, что это батон, никто абсолютно не догадался бы, что это батон в торте. Это настолько вкусно, это настолько что-то такое новое, интересное. И так как мне этот торт нужно было сделать быстренько, у меня было очень мало времени, мне нужно было ее сделать за 15 минут и быстрее поставить в холодильник, то это просто мега крутой способ, быстрый, легкий, очень понравится такой торт и детям, и взрослым. Итак, продолжаем прослаивать, значит, батон, крем, клубника, и так до конца. Я этот торт делала утром, у меня было всего 15 минут, я быстренько его сделала, и вот в таком виде я отправляю его в холодильник до вечера. И вот наступил вечер, та-дам, ответственный момент, я снимаю кольцо. Я не привыкла снимать рецепты, которые я делаю впервые, но я сняла этот рецепт, мне было самой интересно, что получится, попробовать. Но, вы знаете, настолько потрясающий, настолько интересный вкус, настолько это просто и быстро, что я просто обязана этим рецептом поделиться с вами. Немножечко сверху я натираю шоколадку, чтобы было красивее, чтобы не было видно вот действительно этого батона, но если бы я не сказала своим, что это батон, никто бы не догадался. Действительно, вкусовые ощущения бисквита, причем бисквит не сладкий, да, как мы добавляем очень много сахара, очень много сдобы какой-то, яиц, масла. Здесь же все более такое постное, но тем не менее из-за крема и из-за клубники торт очень сладкий и вкусный. Коржи все очень хорошо пропитаны, они мягкие, сочные. Обязательно приготовьте этот тортик, пока у нас еще есть клубничка. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм.